Перинатальный центр городской больницы, кроме Кумертау, обслуживает Кугарчинский, Зеничуринский, Федоровский и Куйргазинский районы. Беременных женщин, рожениц и новорожденных детей. В 2016 году в стенах перинатального центра был проведен ремонт. И сейчас учреждение постоянно старается улучшать условия для пребывания беременных и молодых мам, организовывать все для их удобства и комфорта. В стенах нашего родильного отделения было принято 1228 родов. Родилось за 2016 год 1241 ребенок. У нас было принято 13 родов с двойнями. Из этого количества детей, кумертауских детишек на свет появилось 671, куйргазинских – 214 детишек. За 19 дней 2017 года в стенах роддома появилось на свет 76 детей. Из них 44 кумертауских ребенка и 14 куйргазинских. В перинатальном центре существует не только отделение новорожденных. Детей, нуждающихся в особом уходе, переводят в отделение патологии, в котором занимаются лечением малышей, родившихся недоношенными или с какими-либо заболеваниями. В этом отделении новорожденные восстанавливаются и лечатся под постоянным вниманием и контролем врачей. Как отметила заведующая отделением, в целом рождаемость заметно понизилась. Все чаще у женщин возникают проблемы во время беременности, рождаются дети с патологиями. Рождаемость у нас понизилась. За декабрь мы родили 51 ребенка, и если считать с 20 по декабря по 20 января, всего 60 родов произошло. К сожалению, здоровье родившихся детей оставляет желать лучшего. Все это зависит и от благополучия семьи, от запланированности беременности, что планировали или неожиданно все это случилось. От экологии, от питания. Ну, в общем, очень много факторов, которые влияют на здоровье будущего ребенка. У родителей, которые серьезно относятся к планированию беременности, проходят обследование, бросают вредные привычки и ведут здоровый образ жизни, шансы родить здорового ребенка гораздо выше. И, разумеется, самая лучшая новость для молодой мамы, преодолевшей болезненный процесс родов, это то, что ее малыш родился здоровым и крепким. Роды прошли отлично. Конечно, очень переживала. Неделю лежала до родов. Практически всю ночь не спала, но быстро, легко прошли. Я довольна условиями, смотрят, обращаются хорошо, претензий нет у меня. Сотрудники отделения стараются создавать для маленьких крох самые благоприятные условия, оказывают необходимую медицинскую помощь, поддерживают санитарно-эпидемиологический режим для того, чтобы у рожениц и новорожденных не возникало проблем и осложнений. Будущим родителям врачи настоятельно советуют заранее готовиться, планируя беременность, и переходить к этапу зачатия только после положительного заключения о здоровье обоих родителей.